Ку-ку, бро. Слушай, у тебя не было таких мыслей, ну, к примеру, с этого, пробежаться от центра Урзуфа до центра Юрьевки и обратно, замерить расстояние и время? Не, я вообще-то, что нам показывают? 6.42, GPS excellent. Не, я, конечно, манал, тут, знаешь, сильно перенапрягаться так, легким бегом, ну, просто даже интересно. Ноги мне не отвалят. То ноги-то не отвалятся, главное те. Я тут нашел эту дорогу. Фу. Короче. Главное, чтобы суставы не отвалились. Я тут нашел путь по полям, как большую часть пробежать. Потому что бегать, конечно, поэтому по асфальту это просто сумасшествие. В общем, после этого так и поясница болит, и колени. Ничего хорошего, короче, нет. А вот. Сегодня прекрасный день для прекрасного дня. Ладно, бро, я погнал. А, блин, я еще с рюкзачком. Да, конечно, с рюкзаком не фонтан бегать. А вот, мне там надо мусор, короче, выбросить. Да пищевые отходы, херну в поле. Это. Ну, все равно пришлось рюкзак брать. Там мне хоть воды-то надо взять. Тут же бежать не этот, не 3 километра. Ну, ладно. До скорой связи. О, бро, зацени прикол. Прикинь, у меня практически час вышел для того, чтобы добежать. 10.87. Здравствуй, Юрьевка. Фу. Да я даже вспотел чуть-чуть. Ах, красота какая, а? Мне нравится море. Мне вот, знаешь, когда это в рейсы нравилось ходить, я когда особенно поваром был, я, короче, очень быстро управлялся со своими делами. Ну, у меня хорошие были наставники, я от одного взял скорость, а от другого душевность. Вот, и поэтому я готовил очень душевно и хорошо, и при этом очень-очень быстро, ну, то есть практично. У меня было достаточно много свободного времени, в отличие от всех остальных поваров. А вот, то, что вечно всем это говорит, да, это самая неблагодарная работа, это самая охренительная работа, я тебе хочу сказать. А вот. А, и чё? И я вот это как вывалюсь на палубе, гамак повешу и втыкаю в эти бескрайние океанские просторы. Ладно. Побегу я обратно, бо лучше долго не отдыхать, а то потом впадлу бежать будет. Что, может быстрее попробовать пробежать? Так, час надо дна. Ладно, я погнал. Алло, бро, видишь? Короче, блин, слабак я у тебя. Есть к чему стремиться. 22 километра 15 минут я пробежал за 2 часа и 3 минуты. Ну, в принципе... Конечно, хотелось бы лучше. Правда, иногда задаешь себе вопрос, а для чего лучше, либо для кого? Я удовольствие получил от пробежки. Получил. Поэтому, в принципе, это все нормально. Вот. Но я тебе так скажу. Если ты решишь заняться паркуром, то это вообще не показатель. Ну, это я так считаю. Для паркура надо агрессивный бег. Ну, я, например, считаю так. Нужно хотя бы 10-километровку пробегать минут за 40. То есть, что, ну это я бежал так чисто. Налегке. Вот. А теперь, короче, самая фишка. Сейчас берешь так. Ну, только наушники вытаскиваешь с ушей, оставляешь рюкзак, снимаешь кроссачи и прям в футболке, в штанах заходишь в море, дабы эти, остудить поршня. А то, что татасол, походу, хреново тут работает внутри. Блин, знаешь, я так себе хочу вот эту одежду купить, экспионик, аккумулятор, как-то там она называется. Ох, там и одежда классная. Во-первых, она так выглядит красиво, вот. Во-вторых, у нее, ну, как бы... Ну, термобелье. Короче, когда ты потеешь, пот равномерно уходит в волокна этой одежды. Вот, а потом он же тебя и охлаждает. Ну, там технология, конечно, именно как для этих, для олимпийских чемпионов. Я себе обязательно куплю, когда разбогатею. Ну, разбогатею финансово, в смысле. А вот. Короче, ладно, пойду оскупаюсь, а потом у меня есть еще один коварный план по лайфхакингу. Сейчас покажу. О, слушай, такая-то еще, знаешь что,
Короче, один из лайфхаков летних, я который на себя проверил, это то, что я, короче, не знаю, я вот уже сколько тут, почти 40 дней живу в Урзуфе, я еще ни хрена не стирал. Зашел вот так вот, блин, в этот, в море, поплюхался и чистый. Потом, я не знаю, ну насчет мытья головы, это такое дело сомнительное. Мне вообще так вот нравится, знаешь, голову в воде моешь в морской, пальчиками прическу сделаю, она такая веселенькая, прикольная. Даже расческа не нужна, понимаешь? Ты дополнительно экономишь деньги. На стиральных порошках, на моющих средствах, на шампуне, даже на расческе. Ты прикинь, это как глобальная система наебалово, короче. Не дам. А вообще, знаешь, после пробежки обычно хочется мне персиков. Ну, сейчас хочу попробовать вон этот арбуз купить. Не знаю, может быть, конечно, их еще опасно хавать. Но у меня сразу начинает, короче, если арбуз чем-то заштопанный, пищевод, короче, печет. О, а у вас можно арбуз купить, да? Сейчас, бро, секунду. Трюган. Да, короче, что я тебе хотел сказать? Хотел тебе лайфхак показать, как арбузы есть. Ну, девушке оказался нож, она мне порезала его. Поэтому думаю, ну что я буду вот это лишний раз херней заниматься. А вообще, вот это, короче, здесь на пляже. Видишь, этот кафе? Да? Вот тут такое музло прикольное качают. Вот приходишь, можно целый день лежать. Чувак с промо-диджея. Ну, обычно нормальные треки качают. Короче, здесь весело. Вот. Но я уже устал. Все, наверное, до воскресенька тут потусуюсь. И поедем куда-то дальше веселиться. Ладно, буду я кушать арбуз. Главное, чтобы я потом не умер, а то я видос не смогу тебе этот закинуть на YouTube. Ну давай.